Смертельно опасные суши и шаурма, обнаруженные в Балахне. Это показала проверка, проведенная Роспотребнадзором и прокуратурой. В продукции трех заведений обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему ваши покупатели после вашей продукции заплевают кишечной палочкой и золотистым стафилококком? Это не после нашей. Это не после нашей. Вы ошиблись, наверное. Да, вообще. Это не после нашей шаурмы. У нас вообще-то вот раковина. Горячая вода, холодная. Конечно, вода. У нас все есть. Условия. Холодная вода, горячая вода, мыло для личной гигиены, которое мы моем руки перед каждым покупателем. Там вообще все не свежее, все испорченное. Я и не беру, я обрезаю. Значит, мы проверили две пробы шаурмы и одна проба роллов. Значит, в этих пробах в шаурме было выявлено превышение по кишечной палочке, а в роллах превышение по кишечной палочке, и там был еще выделен золотистый стафилококк. Девушка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему после вашей продукции вы заболели кишечной палочкой? Чисто нам жалоба поступала. Какие продукты привезли? С Нижнего Новгорода. Это же не суши, это заморозка, это ингредиенты для суши. Эти санитарные меры у нас соблюдаются. Видите, я в форме работаю. Кроме того, выявлено хранение мясной продукции, в том числе и рыбной, неизвестного происхождения. Также установлено, что в торговых объектах не проводите ежесменный медицинский осмотр кожных покровов рук персонала на наличие гнойничковых заболеваний. Здравствуйте. А почему люди после вашей продукции заболевают кишечной палочкой? Давайте не будем об этом. А можете объяснить? Не могу, девушка. Помещение освободите. У вас соблюдаются санитарные меры? Соблюдаются. Кстати, Роспотребнадзор уже наложил административное взыскание за нарушение санитарных норм в виде штрафа. Прокуратура меру наказания пока не определила.